Друзья, всем привет! Вы на канале Гриль Мангал. И сегодня я покажу отличный рецепт сочной курицы. Итак, надрезаем по хребту. Переворачиваем курицу. Немножечко ее разворачиваем. Отрезаем крылья, кончики. Далее складываем курицу в кастрюлю, заливаем литром воды, высыпаем соль, лавровый лист и черный перец. Добавляем пол лимона. И все это ставим на газ, на медленный огонь в течение 10 минут. Пока курица варится, давайте подготовим гарнир. Возьмем картошку. Нарезанный картофель отправляем в миску. Далее нарезаем лук. Крупный. Нарезаем морковь. Отправляем в миску, посыпаем перцем, посыпаем солью, и наливаем немного оливкового масла. Тщательно это все перемешиваем. Достаем курицу. Перекладываем на противень. Далее смешиваем горчицу с медом. И обмазываем курицу. Выкладываем по кругу картофель. И отправляем все это в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов. Друзья, курица готова. Давайте попробуем ее. Посмотрите, какой сок. Какой сочный филе получился. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дергайте колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.